Включите. Да, заходите. Начало самое обычное – заполнение документов. Андрей и Даниил – кандидаты на службу. Оба мечтали об этом с детства. У обоих родственники, что называется, в системе. И даже в графе «желаемая должность» оба отмечают «инспектор ДПС». После заполнения документов мы обращаем внимание на то, что необходимо собирать документы военно-врачебной комиссии, проходить ее, полиграфическое обследование проходить, после чего уже в случае успешного прохождения всех этапов мы уже назначаем кандидатов на должность. Ну, до должности пока еще далековато. Сначала военная врачебная комиссия, или сокращенно ВВК. Врачи здесь же, в этом здании. Пару лестничных пролетов, и можно смело проходить врачей. Здравствуйте, разрешите? Проходи. На ВВК все стандартно. Терапевт спросит о жалобах, офтальмолог проверит зрение, проведет осмотр хирург. Помимо этого, парням, кандидатам, нужно еще пройти психиатра и невропатолога. Так, Андрей Сергеевич и Даниил Олегович. Состоялось заседание военно-врачебной комиссии. По результатам военно-врачебной комиссии вы признаетесь годными к прохождению службы в тех должностях, в которых вас направили. Следом самая важная проверка. Специальное психологическое исследование на полиграфе. В народе его называют просто детектор лжи. Сейчас я закреплю на вас датчики верхнего и нижнего дыхания. Возьмите в руку, обведите вокруг себя и дайте мне. Про исследование на полиграфе мы уже рассказывали раньше. Вкратце, на теле кандидата закрепляют датчики дыхания, потоотделения, давления и кровонаполняемости мелких капилляров. Полиграф фиксирует любое изменение в организме. А психолог по этим показателям определяет, соврал ли человек или нет. Тестирование идет 2 часа. После окончания обследования мы пишем заключение, где выносим вердикт о том, что годен кандидат к службе, либо нет. Следом, казалось бы, самый сложный этап – сдача нормативов. Однако после полиграфа вряд ли об этом можно говорить так категорично. Оба кандидата, Андрей и Даниил, спортсмены, так что для них это скорее самая простая часть. Пор лежа принять, к выполнению упражнения приступить. Нормативов 2 – челночный бег и отжимания. У женщин пресс. Норматив что на отжимания, что на пресс – от 20. Челночный бег 10/10 – от 30 до 50 секунд. Задача – набрать проходной балл. Кто-то бежит челнок чуть быстрее, но отжимается меньше. Либо, наоборот, кто-то способен отжаться 20 раз, но пробежать челнок чуть медленнее. Все мы это учитываем в бальной системе. Вердикт у наших героев положительный. Вскоре им выдадут удостоверение стажеров, а после испытательного срока – инспекторов. Но сегодня, говорят сотрудники МВД, день еще спокойный. Обычно кандидатов куда больше. И каждого тестируют сотрудники кадровой службы МВД. В этом году подразделению кадровой службы исполняется 105 лет. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить слова благодарности ветеранам кадровых подразделений, личному составу управления по работе с личным составом за их нелегкий труд, пожелать им крепкого здоровья, успехов в службе, семейного благополучия, ну и, конечно же, везения. За 105 лет существования кадровой службы менялось и название, и организационное построение. Однако задача всегда стояла одна – обеспечить органы внутренних дел высокопрофессиональными специалистами.